Иду первый нормальный сигнальчик, и есть находочка. Сейчас вам покажу. И есть у меня находочка, друзья. Смотрите, это... Знаешь, я думаю, что это серебро, просто оно горевшее. Динарик. Смотрите, не переключайтесь. Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выехали мы покопаться. Дискованное поле, вот такое вот. Еще совсем недавно, то есть вчера здесь стояла стерня, сегодня зашло два трактора, сделали поле. Мы выехали, кроме нас здесь ходят уже 8 человек, причем приехали они совершенно недавно, так же как и мы. С утра ходил Серега с Витей, нашли Серега 3 динарика, Витя 1. Пацаны, вам привет! По традиции привет группе Вайбере Коп.ua, ребята, вам всем привет! Привет группе Тустань, привет группе Полисия ЗТ, друзья! Вам всем привет. В общем, ходим, копаемся. Только вышли, отошел я от машины, ну не знаю, метров 100, наверное. Причем из этих 100 метров я 70 прошел просто без прибора включенного. Дальше включаю прибор. Иду, первый нормальный сигнальчик, и есть находочка. Сейчас вам покажу. Есть находочка, друзья. Был хороший такой сигнальчик. Я уже подумал, что динарик. Но это не динарик, это 1 рубль. Прикиньте, никогда такого не находил. Рубль СССР, советы. Прикольный. В общем, будем ходить копаться. В принципе, ходить тут есть где, просторы здоровенные. Походим, переезжать пока некуда. Витя с Серегой поехали в разведку искать паханые поля. Если что-то найдут интересное, позвонят, мы к ним присоединимся. В общем, я пошел копать, вы смотрите, не переключайтесь. Иду к Артему. У него есть 2 находочки. Сейчас попросим, чтобы он нам их показал. Что ты нашел, скажи? Я думаю, серебро кусочек, что-то такое было. Это амулет-домик был когда-то, мне кажется. А, и пряжка прикольная. Вот так вот видно будет. Ну, прикольно. Походим, что-то лезет. Только приехали. Ага, ключ. У нас такой ключ в школе был. Кабинет закрывал, да, классный. Ладно, идем искать дальше. Смотрите, ходим мы все там же, друзья, все по тому же дискованному полю. Есть находочка, зацените, наперсток вывалился, прикольно,
Какой-то он такой странный. Наперсточек. Интересно. Очень интересно. Какой-то медный. Бывают серебряные, попадают наперстки. Классные такие. Это медный. Да. Жара такая, просто капец. Солнце так палит. Сейчас ветерок подул. Жарит просто капец. Ветерок подул. Чуть легче стало. Но сейчас уже времени после обеда. И я думаю, будет не жарко. Артемка ходит. Там Юрчик где-то дальше. Где-то вот там вот. В общем, походим, поищем. Будут находки, вы все увидите. Смотрите. Это Темыч. И есть у меня находочка, друзья. Смотрите, это отпечаток от монеты. Седло называется, кто не знает. Что тут у нас? Советы. Советы. А какой номинал? 20 копеек, Артем. 20 копеек 41-го года, по-моему, если я ничего не путаю. Сейчас. 42-го. Вроде. 48-го, прикинь. 20 копеек 1948 года. Интересно. Что-то я не помню. Годов таких 48 есть, наверное, да? Да. Ходим мы все там же. Сейчас пойду вот на вот этот вот бугорочек. Попробую там обходить это все. Вот там вот ручей течет. Вот так вот по краю поля. Будем ходить искать. Переезжать вроде как бы некуда, но походим пока здесь. Если что, может быть, куда-то еще и переедем. Ладно, смотрите, я дальше искать пошел. Друзья, ходим мы все там же. Подошел к Темычу, у него есть динарик. Зацените. Легенда на троне сидит. Прикольно. А глубоко лежал, Темыч? Пином отковырял. Пином отковырял сверху. Не копал даже. Красавчик. Походим, походим. Пацаны сегодня нашли тут 4 штуки. Так что надо ходить. И вот такие вот дела. Юрец идет к нам. Подошел к Юрчику посмотреть находку. Знаешь, я думаю, что это серебро, просто оно горевшее. А может, да серебро однозначно. Серебро 100%. Какое-то что-то польское, да? Это либо этот, либо Польша. Но мне кажется, это Польша. Там где-то даже написано 1 злотый, типа Польска. Интересно. Либо этот, как ты его, Австро-Венгрия. Может, Австро-Венгрия, кстати, да. Так печет, что просто капец. Держи, Юрчик. Ой, будем мы переезжать, друзья. Солнце просто жарит. Жарит. Сейчас надо воды, может, заехать купить. Поедем. Поедем куда-то дальше, будем переезжать. Посмотрим обстановку на полях. Да? Погнали, в общем. Смотрите, не переключайтесь. Так мы едем по полю. We'll be right back.
Смотрите, какой красивый закат, друзья. Солнышко садится. Красота. Переехали мы на выпас. Вот такой вот. Мы тут копались. Есть много видео отсюда, с этого выпаса. Всегда тут были находки. Империя, советы, серебро. Все, в общем, находилось. Есть у меня находочка. Вот такая вот. И я, друзья, даже не знаю, что это такое. Если честно. Сначала подумал кольцо, но потом увидел еще вот эту штуку. От чего оно? Даже ума не приложу, если честно. Может, кто-то знает, что это за штука? Пишите в комментарии. Будем вместе разбираться. Било хорошо. Било как монета хорошая, медная. В общем, берем эту приблуду. Идем дальше копать. От чего она, не знаю. Идем копаться по выпасу. Хорошо ходить по выпасу. Просто замечательно. Уже не жарко. Так что походим, в общем, походим. Смотрите.